до сего момента не было печатного издания об экологическом стиле жизни, именно стиле жизни, потому что газета рассчитана на аудиторию городскую. Люди все чаще задумываются, где купить правильные продукты, натуральные продукты, биопродукты, где отдохнуть вместе с детьми. А газета – это своего рода полезный, источник полезной информации, который рассказывает о таких местах и объединяет информацию о экокультуре, экодизайне, экомоде. Чисто не там, где убирает мусор, а чисто там, где не мусорит. И основная задача, идея газеты – это формировать новое поколение, которое задумается о завтрашнем дне, потому что если следующий век не будет век зеленый, то совсем скоро у нас не останется деревьев, у нас совсем не будет экологически чистых мест, продуктов, воздуха, воды и так далее. И, соответственно, нужно начинать с себя. И в газете есть хорошие рецепты на предмет того, как можно простыми методами и способами уже сегодня себя начать правильно жить, жить экологично. Мы очень молодые, но прирост нашей аудитории составляет в среднем 30-40% ежемесячно. Это социальные сети, это печатная версия, присутствие нашей газеты в Санкт-Петербурге и Москве, более 230 ресторанов, кафе, спа-салонов, фитнес-центров, визовые центры. Также мы представлены в посольстве и консульстве. Экологию стоит понимать в более широком плане. Это не только воздух, вода, продукты, которые мы употребляем. Также очень важное понятие – это экология души, то есть это отношение в обществе между собой. И наша целевая аудитория – это люди интеллигентные, в первую очередь, люди нового поколения, которые задумываются все-таки о завтрашнем дне, которые не все равно, где они живут и что они едят. Сейчас экология считается модным трендом. Сейчас многие проекты реализуются не как в части сохранения окружающей среды, а для реализации своих личных амбиций. Наступает момент монетизации, и многие компании стремятся это все коммерциализировать, то есть с помощью экологии зарабатывать денег. Газета Green City является некоммерческим проектом. Основная идея ее заключается в том, чтобы нести экологические ценности через все виды искусства. У нас нет политики, у нас нет плохой информации, мы просто заостряем общественное внимание на некоторых проблемах, которые сегодня имеются. У нас нет лозунгов, у нас нет нравоучений и так далее, и так далее. Наша команда – это молодые инициативные люди, которые обладают эко-мышлением, которые несут свои идеи в массы, которые сами являются образцом экологического поведения, стиля жизни и хотят поделиться своими идеями. Мы хотим создать приложение, чтобы газету сделать доступной для более широкого круга наших читателей, чтобы получить ее, не было необходимости идти в кафе и искать ее. Она должна оживать. Можно будет с помощью приложения посмотреть видеоролики, можно послушать музыку, можно перейти по ссылкам, полезным ссылкам, где можно приобрести экологически чистые продукты, посетить чистые места и так далее, и так далее. Тираж бумажной версии, он ограничен бумажными ресурсами. Электронная версия даст возможность каждому нашему читателю всегда быть в курсе нашего нового номера и всех экологических новостей.